Главный вопрос, который обсудили Сергей Морозов и Андрей Тюрин, это подготовка к отопительному сезону. В регионе почти 100% готовность всех котельных. На особом контроле учреждения соцсферы. С учетом достаточно резкого ухудшения обстановки, особенно что связано с температурой, просил бы сразу вас продумать вместе с своими коллегами о том, чтобы в ближайшее время начать подготовку к пуску тепла для социальных учреждений. Особенно это касается детских садов, школ, больниц, там, где у нас находятся дети, или там, где у нас находятся люди с круглосуточным пребыванием. Подавать тепло в учреждения начнут уже в конце следующей недели. В квартиры же отопление придет значительно позже. С 25 сентября. И, как вы и сказали, мы будем 100% готовы к вхождению в отопительный сезон в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах. По остальным многоквартирным домам, где у нас централизованное отопление, готовность будет обеспечена после пятидневного периода, если температура не будет подниматься выше 8 градусов. Также обсудили улучшение транспортного обслуживания населения и внедрение соответствующего стандарта. Согласно документу, будут утверждены единая цветовая схема оформления автобусов, троллейбусов, трамваев и единая форма водителей. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.